Доброе утро. Вот такой интересный таро, Before. Редко его, к сожалению, достаю. Чем он отличается от Rider Waite? Что здесь показаны сюжеты, которые, по задумке автора, произошли. Котики не виноваты, неправда, это не они все разлили. Произошли до классической ситуации, которая описана в колоде Райдера Вейта. Да? То есть есть такие рисунки до, поэтому оно и называется Таро Before. То есть что было там за минуту, за две до того, как появились те сюжеты, которые мы видим в классической колоде. Ладно, смотрим. Что у нас сегодня? Понедельник. Так, первая хочет вот это. Вторая. Вот эта карта. Так, давайте смотреть. Ой, первая карта. Двоечка кубков. Умейте выстраивать индивидуальные связи с людьми, подходить и, ну, все-таки налаживать дружеское взаимодействие. Потому что, обратите внимание, здесь кадуцей это, ну, если не про любовь, но все-таки про теплые чувства. И вы умеете договариваться, вы умеете общаться, вы умеете видеть особые качества других людей, которые вам нравятся. То есть вы умеете видеть позитив других людях, в партнере, там, в коллеге, и вот концентрироваться именно на светлых сторонах, и за счет этого выстраивать классные, теплые, дипломатические взаимодействия с людьми, которые рядом с вами. И они взамен, вот понимаете, вот когда вы видите хорошее, да, так как бы не зря говорят, что красота в глазах смотрящего, видите хорошего в других людях, и у вас этот сам, вот приятные моменты загораются, да, черты какие-то, и люди тоже это видят в ответ, и за счет этого у вас выстраивается вот такой. Так, вторая карта у нас туз пентакли. Что лучше? Туз пентакли, когда вам выпадает замечательный шанс. То есть люди вам просто дают, природа, окружающее пространство, партнеры, коллеги, вам что-то предлагают. Это классно, это замечательно, не отказывайтесь. То есть проблема единственная по тузу пентакли, да, что этот шанс пролетает мимо вас. То есть вы не видите, не замечаете что-то в этом-то как раз предложении. Находится тот самый путь, который приведет к тем самым вершинам, которым, куда вы так хотите попасть. Поэтому вот страх порой, он нас глазки закрывает, и мы не видим, что вот мир повернулся к нам. Сейчас вот наступила белая полоса. Бери, соглашайся, уже хватит вот сидеть в своих там каких-то страхах, да, ограничениях. Бери этот шанс, пользуйся, и у тебя обязательно все получится. Но как бы надо уметь брать, да, то есть надо уметь себе разрешать это. И вот давайте сравним туз пентакли второго. Бифо, напоминаю, да. Кстати, авторы итальянцы здесь. Пьетро Алиго, Флориано Натио, да, то есть и художественная работа художник Эона и Симона Росси. Кстати, все вот самые красивые современные итальянские колоды прошлых веков, это почему-то всегда итальянцы. Ну уж, законодатель ремонт, да, не зря возрождение началось в Италии у нас. Итак, туз пентакли. Вообще, как бы, итальянцы, это всегда вот искусство, мода, всегда было лучше в Италии. Ну, я обожаю Италию больше, да. Так, короче, туз пентакли. Посмотрите, как он выглядит Before Tarot. Две руки, да, в классической колоде Rider Waite ручка одна. В чем разница, как вы думаете? Потому что шанс сначала, когда он дается, его сложно разглядеть. Он всегда прикрыт, да. То есть две руки осторожненько вам его дают, потом он раскрывается. Двоечка кубков Before Tarot, да, то есть люди. И еще стоят на расстоянии, они приглядываются, на расстоянии разглядывают друг друга. И в классике двойка кубков, да, уже произошел контакт, произошло касание именно со стороны вот мужского аспекта, да, то есть он как бы вот пробуждает женскую пассивную часть, да, за счет этого выстраивается взаимодействие. Но вот интерес, он всегда такой янский, огненный сначала идет, да, то есть первый шаг со стороны мужчины. Женщина, ну, у нас пассивно ожидает, сидит. За счет чего этого происходит, да, то есть примирение, то есть мужская часть легко, непринужденно, не зря одежда в двойке кубков напоминает одежду шута, да, то есть убрав какую-то предвзятость, убрав критику, он видит позитивное в партнере, она ему нравится, да, то есть этот первый огненный импульс летит в сторону девушки. И за счет этого потом, да, выстраивается вот этот вот дружеский, ну, потом уже любовный контакт. Ну, конечно же, забавен стёб над котиками, то есть
классика Райдер-Вейта, да, у нас бокалы разлиты жидкостями. Ну, неправда, ну не котики это сделали, да? Что за эти были рыжие котики? Почему такая нелюбовь к рыжим котам? Просто, можно просто подошел лапки помочать, да? То есть, может быть, он разлил бокал, а герой на карте уже разлил все остальное, но не способны котики вот на такое, конечно же. Ну, Степ, конечно, забавный. Прям как вот Наташа и коты. Хотя на Наташу не похож тот дяденька вообще никак. Вот. Ну, что случилось, да? То есть, как бы, на самом деле, разлиты кубки, потому что случилась какая-то трагедия, да, что-то произошло более серьезно, чем как бы котик, который перевернул вам вазу или бокал, да, то есть пятерка кубков, она показывает, ну, что-то более грандиозное. Но, конечно же, все зависит от восприятия самого человека.